Всем доброго времени суток. Дикая лиса Маркиза. Дневник приручения. Первый кусочек спрятать надо. Кот дома остался, так что прятать нет кого. Ты всю печенку прятать будешь? Только сварил свежую, а есть не хочет ее. Давай. Тут все же проверить надо. Не хочет она. Не хочет она печенку есть. Потом съешь. Это тебе надо. Давай. Другое его мясо есть. Ты. Все равно надо утащить и спрятать. Вдруг кто-нибудь сопрет. Давай. Да нет, кот дома остался, нет его здесь. Набегался, замерз, домой прибежал. Ну. Нет, тут вот все надо по 300 раз перепроверить. Что, наелось уже, что ли? Мяса много еще. Ребенка, давай ты кабинется, давай иди ешь.
Ну? Эй, или ты не хочешь уже ничего? Холодно, она кого-то выгобенивается. Давай. Ну, правильно, через эту будешь пялиться. И скорее на. Не знает, куда спрятать, бегает. Короче, она это самое не хочет пока. Не хочешь, будем яйцо тогда есть, если не хочешь. Эй. Ну. Давай еще мясо поедим. Короче, все, на сегодня ничего не хочет больше.